80% снегоуборочной техники Барнаула изношено. Такую оценку дал глава города Сергей Дугин, который сегодня проверил готовность технопарка к зиме. Всего парк насчитывает более 240 единиц. Это снегопогрузчики, грейдеры и самосвалы. Некоторые из них находятся в ремонте. По словам специалистов, больше всего ощущается нехватка комбинированных дорожных машин, которые могут работать и зимой, и летом. В прошлом году технопарк удалось немного обновить. Закупили 10 уборочных машин. Следующее обновление произойдет не раньше Нового года. Но, как отметил Сергей Дугин, на предстоящую зиму дорожного оборудования достаточно. Что нас беспокоит, это большой износ нашей техники, это порядка 80%. Мы ограничены, конечно, бюджетом, но в любом случае его надо приобретать, потому что так просто вот, дождаться, пока она вся у нас выйдет из строя, наверное, это неправильно. Напомним, дорожники обязаны контролировать более 7 миллионов квадратных метров дорог. Почти треть из них – сельские.